Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Всем привет, дорогие друзья, с вами команда Дитол, и мы продолжаем играть в Shadow Fight 2! Всем привет! Ну что ж, наши бои в мире теней продолжаются, а это значит, что сегодня мы будем побеждать, и у нас вот такие вот веселые сабли. Не могу ничего победить. Да, ребята, ну что ж, сменили мы оружие по вашей просьбе, стараемся побеждать, тащить, качаться. Вы правильно пишете, ребят, что любым оружием можно тащить, даже огромной медленной дубиной можно всех разносить, и мы это обязательно вам покажем и докажем. А у нас сегодня будут старые раны, ребята, посмотрим, как сенсей у нас сражался в его молодые года. Сегодня обязательно пройдем турнирчик, откроем испытания, ребята, и, возможно, попробуем победить мясничка. Что-то нам мясник как раз вызов такой бросил, да, вот никак мы не можем его одолеть, мы должны справиться. Ну что ж, ребята, а с вас каждого по лайку обязательно тыщенку соберем и обязательно снимем видео «Лучшее оружие, чтобы победить Титана». Да, ребята, будет такое обязательно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями. А команда Дитол будет делать для вас шикарные бои. Вот как сейчас мы как раз Лилию выносим. Причем, кстати говоря, нашими саблями, которыми мы особо играть-то и не умеем, да? Да, но надо помнить, что у нас очень четкое зачарование, а Лилия у нас повержена. Да, повержена, но на саблях зачарования у нас нету. Вот, нет, зачарование вот в чем на беда. Амуниции на наши, оно да. Сработало просто. Амуниция, ребята, у нас перегрев и поглощение урона, да? Да, это просто шикарно. И Лилия бросила в нас какую-то штуковину, я даже не заметил, что это было, но явно что-то метательное. Вот так вот в воздухе мы наносим практически полностью, выносим ее дамаг. Она пытается нас атаковать, но, ребята, чуть-чуть совсем. С разворота! Ай, ты ж на тебе, с разворота! С разворота не дотягиваемся, не дотягиваемся вообще никак. Перегрев! Еще и победить нас может. Отлично, перегрев сработал, ребята. Лилию одолели. Это хорошая победа. У нас открывается испытание. Давайте посмотрим, что у нас тут. А нет, еще не открылись. А сколько нам нужно? Надо 10, мне кажется. 6 стадий, а мы 5 прошли. Давайте пойдем. Подожди, стой, прокачаем. Не торопись, прокачаем, потому что у нас 286 тысяч, и можно что-нибудь вкачать, например, конечно, те же самые лунные сабли. Конечно, ребят, они будут вкачиваем. Больше урона. Любишь крутые компьютерные игры? Заходи на наш канал Dettol Hard Play. Ссылка в описании. Очень удобно в этой версии, что не нужно ждать прокачки, ребята. Это прям имба, давно это мы ждали. Слушай, а что там магия новая появилась у нас, кстати говоря? Магия новая? Да. Нет. А, на 27-м Огненный уровне, столб. Да, кстати говоря, очень крутая тема. Давайте посмотрим вот так вот. Бам! Да, но мне кажется, от него можно увернуться легко. Да, ты думаешь, шарик? Ну, зато здесь, смотри, у нас есть жажда крови. Да, шанс нанести 200% больше урона, потеряв при этом 30%. Сомнительная история, на самом деле. Сомнительная, да, ребят, не будем ее наверняка мы покупать. Я думаю, что молнию улучшим, да, со временем. Но если соберем 2000 лайков, обязательно купим. А пока что, ребят, нам нужно броню-то улучшить, потому что что мы без брони-то, без нормальной? Да что, сейчас накопим как раз в турнирчике бабла и... Гемы не будем тратить? Да нет, гематики пока что обождем. Ну давайте, ребят, поехали, 6-й эпизод турнира, поехали в бой, и у нас против... Лисы. Опять лиса играет, ты смотри, а почему? Мы лису же вроде отравили, только что. Ну что же, она с катаной, и нужно ее разносить. Опа, хорошо по головешечке прям ей прилетело. Ах, жалко, пробивание блока не сработало. Так. С разворота не достали, ребят, хоть сабли и длинные, но видите как, с разворота не берут немножко. Вот этот мощный удар хорошо ей пришелся прям по голове и на перегреве ее добиваем. Шикарно, ребят, чуть-чуть, один раз она всего нас ударила, так бы перфект был. Итак, Shadow Fight и... Ай-яй-яй, как долго, чуть-чуть долговато вот этот прыжок он делает, да? Да, очень, на самом деле, долго, если честно. Раскручивается. Ай-яй-яй, внизу прям нас, внизу подсекла. Ну, у нее катана еще более долгая по чесноку, поэтому... О, перегревчик, хорошо. Отлично, на перегревчике прям шикарно, да. Прям, ребят, все хелсы на перегреве снесли, просто мега эпично. Еще раз перегрев. Опа. Победа. Победа, ребята, лисица повержена, и мы открываем испытание. Кстати, 184 тысячи у нас прилетело. Слушай, так много прилетает денег здесь, да? Да, это радует как раз для прокачки всех экипировок. Если ты любишь Лего, подпишись на наш второй канал Dettol Lego. Ссылка в описании. Слушай, но выше второго уровня пока что, я думаю, что можно не прокачиваться. Да, согласен, потому что скоро будет 27 левел, и я думаю, нам достаточно будет и такой прокачки.
Так, смотри, вы с противником крадете здоровье. Интересно, у кого? Каждый крадет друг друга здоровье, по всей видимости. Давайте поиграем. Кстати говоря, испытаний очень мало, всего 12. В зависимости от турнира, смотри, 24, а здесь 12. Как так? Идем в бой. Странно. И проверим это все дело. Да, ребятки, поехали в испытание. И здесь у нас просто похищение здоровья. Кнут против нас с палкой. Давайте попробуем ему задамажить. Красивая очень локация. И атаку первую начнем мы, я думаю, да? Да, начинаем атаку, вот сразу critical, first strike, ребята, дамажим ему очень мощно, вот так вот ему прилетает практически на перфект. А где нога-то? Нога должна была быть. Кнуться своей палкой, мне кажется, пока что ничего не может сделать. И крит, ребята, отлично, просто зажали в угол и практически на перфект, один раз он где-то нас зацепил, но ничего страшного, давай с разворотика ему сразу засадим. Давай попробуем, мне кажется. Бам ему! Блок ушли, ребята, и дали ему возможность атаковать, и он прям рьяно насел нам своими атаками. Но мы восстановили все свое здоровье, кстати говоря. Да ладно. А, за счет удара, точно. Конечно. Мы за счет ударов восстанавливаем здоровье, ребята. И, кстати, нельзя ему давать, да, атаковать, потому что он восстановит тоже здоровье. Да, он развернулся, повернулся. Отличный проворот, разворот и победа. Шикарно, ребятки. Кнут повержен, мы выиграли. И но награда здесь маловато, мне кажется, да? По сравнению с турниром, согласен, какая-то скромная. Уже невозможно. Ты смотри, достигни стиля брутал. Мне кажется, ты из того, что стиле брутал нужно достигнуть. Поражение при выходе за ринг, кстати говоря. Очень сложная, ребята, миссия. А мы сейчас геймасиков с вами заработаем, в старые раны окунемся, посмотрим, что нам сенсей нам говорит. Пиратка рассказала мне о непростых отношениях вдовы и князя. Я не получил сферу, но узнал, что князь направился в горы, чтобы найти вдову. Угу. И мы отправляемся, ребята, в горы. История сенсея, часть 5. Униженная и оскорбленная вдова, я так понимаю, ребята. Ой, ты бедная вдова-вдова. Ты тоже пришел унизить меня, как и князь, вы мужчины все одинаковые, говорит Дава. Он рассказал о твоем добром нраве, о чести, достоинстве, но больше я мужским словам не верю. Каждый из вас будет страдать, говорит Дава озлобленная. Астра у нас какая-то появилась. Ничего себе. Ничего себе, какая Астра. Госпожа мне как сестра, я отлично чувствую ее боль. Она запретила мне трогать князя, поэтому мой гнев падет на тебя, и мы с Астрой сейчас драться-то будем, а? Ух ты ж, это Астра, а? Ну что же, астральная Астра, сейчас мы тебе свои катаны-то, а? Ух, как, смотри, как красивая. Какая красивая локация, ребят, такое еще не видели. Нам разработчики решили сменить интерьерчик в игре. Что-то мы зависли, засмотревшись то ли на Астрала, то ли на катану. То ли на Астру, то ли на катану, то ли... Вот так вот сзади ей дамажим, она у нас палка, ребята, и по ногам ей, по ногам! Отлично, ну слушай, Астре досталось по полной, и похудела... А сенсей просто на хорошей волне... Да, решил ей вставить свою катану сюда. Да, вот так вот, ребята. Накидал ей палок. Ну что ж, давай-ка отберем у нее ее палку. И эх, как она сильно ей размахивает-то, а? Итак, попадание точно в животяру, а? Не дотянулись ногой немножко, а так был бы хороший удар, ребята. Раз, два. Ой-ой-ой, ты смотри, ножную тактику применяет. И, кстати, слушай, очень что-то успешно, разошлась наша Астра. Опять. Давай мощную вот эту вот атаку, раз ей по голове, и все в блок, ребята, уходит, хэд-хит кританула у нас. По голове неплохо она так нам с колена дала. Ой-ой-ой, ты че бьешь-то в наше самое опасное место? Слушай, а? Да что ж, не можем подойти-то прямо, а? У нас и катана длинная, и у нее палка длинная, но палка у нее длиннее, поэтому наша ой-ой-ой, палка ой-ой-ой, смотри, не достает. У нас на донышке здоровья, она промахивается. И здесь вот вопрос, кто кого, надеюсь, что мы ее... Да. Грейт, ребята, прямо без потерь мы победили, 39 гемчиков у нас в кармане, и это совсем неплохо. Согласен. Ну что ж, давай, может быть, в турнирчике еще заработаем голдишки немножко. Здесь уже сложно, и 194 тысячи можем получить. Слушай, а может быть, отправимся все-таки к мяснику? Давай сделаем это, а? Очень мне хочется его победить. Прям мясничок, ну вот достал вот немножко последний раз, когда мы с ним боролись. Ребят, согласитесь, ну как-то он прям дерзко дерется. Согласен, мясник очень бодрый парень, несмотря на то, что у него явно проблемы с лишним весом. Да, лишний вес ему как раз... О, вот сейчас бы нам атаковать, неплохо пока перегрев, но, как всегда, мы пролежали на полу. Ах, бывает и такое, ребята, пролеживаем все мощные атаки, но вот сейчас неплохо так ему... А у нас пробивание же здесь работает, да? Мы же его получили. Да, все работает, но не, как бы, небольшой процент. Но все равно. Ой, как хорошо, есть. Ребята! Нам бы перегревщик бы сейчас, да? Да, не помешал. Очень не помешал. Вообще проблема в том, что наши сабли без какого-либо зачарования, если честно. Да, здесь бы, конечно, кровотечение, вот как по нам сейчас прилетело, нам бы не помешало совсем. Мы пробиваем блок и побеждаем, ребята. Первый раунд на ура, надо в таком же темпе.
еще два раунда сделать. Да, именно так. Именно так, ребята. Магия здесь нам не поможет, к сожалению, или к счастью, зачем она нам нужна, когда мы так неплохо шарашим по... Слушай, как хорошо мы отбили, да, его? Да, это было удачно. Это был удачный прыжочек. Главное, чтобы он не прыгнул и всем пузом своим не ударил по земле. Цепанули? Ой, жалко, не подцепили его. Да, ребята, жалковато, но вот сейчас давайте-ка вот так вот еще разочек пробивания блока и не даем спуску ему. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Посмотри, сколько здоровья он отнял, но за счет этого он активировал наш перегрев и поплатился. Вот так вот, ребята, вот так вот мы побеждаем. Еще одна победа, и мне кажется, мы можем справиться. Да, есть шансы, и получим тогда оружие. Ох ты, смотри, у него теперь, может быть, вдвойне мощная атака. Да, главное, мы не дадим ему атаковать. Главное не попасть. Да. Попал, попал, ребята, но тем не менее кровотечение по нам, кстати говоря, нужно приходит. Нужно срочно его добивать, иначе... Ой-ой-ой-ой-ой, давай добивай, чуть-чуть осталось, допинай его как-то. Да, ребята, победа, это грейт, это супер, мы взяли оружие, я так рад! Ха-ха-ха, ребята, это было эпично и мега круто. И в следующем видео у нас уже будет топорики мясника, и будем сражаться ими. Конечно, ребят, я надеюсь, они 26-го. Да, 26-го и с кровотечением, это просто мега круть, ребятки. В следующем видосике вам все покажем. С вами была команда Detol, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями, товарищи. Всем спасибо, ребята, до новых встреч, новых видео, пока! Пока!